backwards. Thank you.
Okay, so because it's very early, en français, c'est très tôt. Pas ça, on cherche déjà. On ne sait pas commencer trop à modifier trop. On va commencer à faire une danse. On va commencer à faire une danse. On va chauffer le corps. On va s'agresser, on va. Donc l'idée est toute simple. L'idée est d'accord. C'est simple de faire les jeunes acquéris. Хочешь сделать, просто делать чудом гере, для чудом гере. Не надо так поднимать. И он должен пойти его, это, бокнуть. Если просто, просто, наверное, будет показывать, что таз открывается. Все уровни, которые я понимаю. Я сколько может быть? Нет, у вас количество. Он меня не хочет пить. Hein, c'est pas le casser en deux. C'est juste. On peut tout casser. Il n'a pas. On ne peut pas mettre la tête. Mais important, c'est pas de mettre la tête. Pas mettre la tête comme ça vers l'avant. Il n'a pas de dire sur quoi, sur quel hasard. Donc la tête vient le placer en arrière. Quelle chose la grosse machine est en hasard. Я не могу,
Он бил, бил плечо или по руке. То есть из 10 ударов ни разу не попал в кровать. Это не та поездка, которая надо касаться. Касаться надо вот здесь. Место для касания здесь. Должно быть легкое. Не должны касаться локтя, не должны касаться плеча, не должны касаться рта, должно быть небольшое давление на калитку мишени. Идея продальше подтолкнуть таз. Не делать слишком круглое движение. Да, круглое. Вот так не надо делать. Есть идея поднести снизу. Donc c'est moitié Maïgeri, moitié Mawashi. Полумайгери, середина между Майгери и Мавашки получается. C'est un hybride. Середина. Comme ça. Вот так вот, как выносит таз. Voilà. Et pour l'arbitre? И для судьи? Là. Он должен увидеть, что он попадает. Pas ici. Не здесь. Quand c'est l'extérieur, quand c'est extérieur dans le dos, pas ici. Должно быть со стороны спины. La tête en arrière. Голова назад. Le bassin. Le таз. Vers l'avant. Идет вперед. Ты ранку опустил, поэтому не было. Si je vois qu'il fait ça, ben, je remonte. Ну, если он видит, что рука здесь, он спину поднимает. Он должен быть по мишени. Si maintenant il a un garde normal. Если он держит нормально защиту. Là alors je vais taper en dessous. Он будет бить туда. Près de la ceinture. Ici. Прямо на самом поясе. Presque. Почти внизу. Presque. Почти. Но, чтобы ему надо, чтобы он человек показал, что он ударил. Bam. Là. Поэтому ближе к поясу где-то. Je frappe trop, si je frappe trop, c'est trop facile pour le blocage. Et c'est слишком легко блокировать, если вы. А, я toujours. Ему надо показать именно вот это, чтобы противник сделал так. Donc bien. Но хорошо. Как на Майгере несет таз. Окей, начинай. Бьем поближе к поясу, потому что реакцию надо вызвать противника.